Полицейские в Дагестане задержали подозреваемых в незаконном обороте сильнодействующих лекарственных препаратов в крупном размере. Накануне сотрудники МВД на федеральном пропускном пункте в Тарумовском районе при проверке багажного отделения автобуса обнаружили и изъяли несколько дорожных чемоданов. Там, предположительно, были упакованы сильнодействующие лекарственные препараты. В результате экспертизы установлено, что это запрещенная лирика, тропикамид и трамадол. По словам водителя транспортного средства, посылка была передана ему неизвестной женщиной для доставки в Махачкалу, где забрать ее должен был молодой человек. Возбуждено уголовное дело. За перевозку он должен был получить определенную сумму денег в размере 100 тысяч рублей. Как часто вы перевозили? Третий раз вот сейчас. Три раза. Заказала товар перевозчику в Москву, и он должен был привезти лирику. Какую сумму был товар? На 2 миллиона 400. Перевозчику, курьеру что за это обещали? 100 тысяч рублей. А с товаром что намеревались сделать? Реализовать. Вы ранее судимы? Да. По каким статьям? 228.